объекте. Сегодня работаем декоративным материалом Fanfarba, техника Мишковина. Мы уже несколько раз снимали материал, видеоролик на эту тему. По этой технике хотим еще раз повторить. У нас как раз выпал объект такой. Может, более детально покажем, расскажем это все. Здесь уже погрунтована и покрашена стена. Предварительно мы это сделали, не хотели просто занимать время, показывать еще раз, как грунтовать и красить. То есть вот мы грунтовали акриловым грунтом компании Fidal и красили краской на латексной основе MatLatex, тоже компании Fidal. Ну, Fanfarba, базовый цвет, два слоя, работаем счет при 1000 линий. Итак, что нам нужно будет? Первое — это щетка 1000 линий. В углах мы проходим обязательно кистью. Ну и наносим материал валиком погуще слоя. Специально ты показываешь. Сначала мы горизонт прочертили через 2-3 часа можно уже вертикали. Соломка.